Ну скажи что-нибудь, Владик. Жизнь удалась. Вот Гладков и приехал в Монтрё. Да, наконец-то. То, что натырил все, что последние 100 долларов здесь потрачу. С точки зрения рабочей крестьянской армии, это зажрались тут, конечно. Сейчас пойдем смотреть, где жил Набоков 15 лет. Главное. А нет, сначала Фредди Меркьюри посмотрим. Вот это еще хуже. Федор Гладков называется. Дым там идет. Ну, это дым искусственный, это пар просто. Он наверняка какой-нибудь дизель. Да не, вряд ли уже такие есть. Его переделали. Ну, вроде получилось. Давай, я тебя, у Фредди. Поближе подойди. Ну вот Гладков опять, вот он в носках в белых, женщина в розовом, солдатен. Ну все, как там выключать? На красном. Вот, вот, вот это вот. Давай, едем мы вот на ту вершину. Рукой покажи, чтобы вон видно. Вон туда, понятно. Вот, вон туда, вот, где вот такое что-то типа замка. Ну, это не очень далеко. Это не очень далеко. Минут 20, я думаю, максимум. Хорошо. Вот. Там и перекусим. Да. На такой природе и есть хочется нормально. Да, Монтрё, конечно. Чем-то. Слушай, она ничем Ниццу не напоминает? Что напоминает? Ниццу. Здесь почище, раз 500. Серьезно? Да. Центральная улица Монтрё, да? Да. Называется Рю дю Ляк. Да? Ляк, как лейк. Да. А вот смотри. Как где? Да, грифель. Грифель. Асо. Осуни. И тоже нехорошее слово. Сунь. Грифель. Сунь. Грифель. Час примерно ехать, да, сюда? Да. Смотри, кто здесь снимает. Вижу. Странно, что не голубые. Как это место, ты говоришь, называется? Называется Ко, Каюкс.
каюк всем. Так хорошо, что каюк приходит.